Александр Михайлович, пожалуйста, примите меры к сотруднику охраны, который Пригласите организаторов публичных обсуждений, пусть они представят протокол. И все, на этот вопрос закроется. Депутатов пропустите. Протокол! 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 Здесь везде они проходили. Муниципальные депутаты имеют право доступа везде. Пропустите их для контроля. Все, что просят вас, просто пропустить. Протокол. Депутатов! Да. Почему вы толпу? Депутатов! Она убежала, мы не успели ее поймать. Она стояла до последнего, она сказала, убежала, что не убежала. Убежала, за ручку. Не вела протокол. Как не вела? Я разговаривал с ней, заходил и разговаривал. Мы договорились о том, что зайдут депутаты. Обоснования. Данные общественные обсуждения являются незаконными. Организация данных обсуждений не соответствует требованиям к организации общественных обсуждений, закрепленных положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации. Мы требуем отменить общественное обсуждение сегодня. Требуем назначить их соблюдением норм законодательства на другую дату. В удобном месте. В удобном месте для доступности. Кроме этого, было еще указано в объявлении о том, что для, я думаю, намеренного запутывания населения, было указано, что общественные обсуждения проходят в управе. Это был заголовок. Общественное обсуждение в управе района Крылатское. Это еще один факт. И также было сказано, что вместе экспозиция предоставления на ознакомление материалов оказывается консультационная поддержка от специалистов, я так понимаю, департамента природопользования. Но, к сожалению, департамент природопользования давно нас разочаровывает и в данном случае разочаровал еще в очередной раз. Ни один специалист, он не показал себя таковым и не смог предоставить никакие консультации по предоставляемым материалам. У меня все. Вы, если особо охраняемая территория деградирует и выводится, данная практика ведет к тому, что заинтересованные хозяйствующие субъекты зачастую намеренно портят особо охраняемые природные территории. И ничего с этим сделать нельзя, как мы видим на примере Крылатского вот парка, который тут на холмах. Много писали в прессе, поэтому я считаю, что единственный способ прекратить данную практику – это рекультивация деградировавших особо охраняемых природных территорий, а не их вывод для последующей хозяйственной деятельности. Спасибо. Перенос! Всем добрый день, меня зовут Егошин Дмитрий Юрьевич, я житель Крылатского. У меня к вам просьба, Владимир. Вы сейчас являетесь как бы старшим вот, организатором. Послушайте, давайте будем исполнять волю президента, который говорит о том, что нужно идти навстречу граждан, прежде всего. Вот скажите честно, разве удобное место для проведения общественных обсуждений? Разве соблюдены были процедуры? Это уважение граждан? Нет! Совершенно ясно сказано, что нарушен целый веер нарушений по требованиям. А чиновник обязан соблюдать законы? Вопрос. Вот вы сидите и механически продолжаете зачитывать вот эту информацию, которую вы обязаны зачитать. Ну для кого вы ее читаете? Это же для жителей все происходит. Ну согласитесь. Отрабатывай пайку. Давайте перенесем. Да, я сейчас договорю и вам дам ответ. Мы к вам обращаемся от лица жителей Крылатского, от лица вот хорошо вам мирники. Давайте перенесем в удобное для граждан время. 12 часов, люди на работе, раз. Адрес указан неправильный, два. Нарушены требования. Помещение маленькое, три. Техника безопасности. Мы просим вас перенести это мероприятие. Мы сейчас проводим. Общественные слушания, часть общественных...
общественных обсуждений. Мы должны все уйти, все. Миллион жителей, 8 миллионов 200 района, округа, западного округа, вправе высказать свою позицию. Мы ничего это не мешает. Письменное обращение, публикации в средствах массовой информации. Все это будет услышано. Есть еще вопросы? Нет, если вопросы нет, то сюда.